Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Тиранию и продолжаем наше исследование Молодец. Старых стен. Пока все было достаточно просто, ну, не считая разных пока мест, в которые я попасть так и не смог. Так, хорошо, у нас уже враги тут виднеются. Давайте сейчас лутанем. О, смотрите, новый светоключ мы нашли. Ну что, давайте бафнемся, наверное. Что, как тут у Фуги дальность ее выстрела? Почти, почти, а, можно даже немного ближе подойти. Так, бафаемся сразу. Так, парирование. Наверное, даже сразу размытие. Honest. Вот так, по полной бафнемся. Так, теперь стреляем. Наверное, в этого стреляем первым делом. Дальше продолжаем бафать Фугу. Окей. Надо бы Сирин какое-то еще второе бафающее заклинание взять. Но ладно. Пока нет, значит нет. Давайте мы ее просто отведем куда-нибудь в эту сторону. Хлоп, хорошо, согрели. Она, правда, там, да, лечить не будет доставать до меня, например. Придется подойти немного ей ближе. Ну окей. Окей. Все, полетели. Нам, ребятки. Давайте сразу Фуга зарядит огненный шар, может быть, успеет. Что тут у нас? Дождик сколько? Еще 24 снаряда. Я думаю, мы можем зарядить запросто. Так. Тем более, там что-то полетело гораздо больше всякой гадости, чем я планировал. Поэтому, да, надо отстреливаться. О, хорошо. Блин. Apologies, but I can't. Все ты можешь. Не выдумывай. Так. Ауешка. Давайте ауешечку такую зарядим. Пожалуй. Так. Кто там в Лантре? Освободился. О, тоже хорошо. Дальше. Сирин. Фуга. Не видно, попала она, не попала своим огненным шаром. Фуга. Бичеватель. А Фуга вроде как и... Нету ее тут в списке. Сирин. Призрачная стрела попала. Активируется огненный шар. И дальше пока что-то ничего нету. Может, потом будет. Ну ладно. Может, после, да, после вот этого сообщения выскочит сообщение об уроне. Так. Давайте какой-нибудь... Вот этой твари зарядим. Как он еще раз называется? Шампур. Шампур. Прям между ее призрачных глаз. Так, одного убили. Фуга. Ну-ка. Галактики убивает цель. Ну, что-то не видно. Воспламенение. По 7-8 урона. Вообще смешно прям. Ладно. Кому этот лог интересен? Давайте зажигать лучше. Вот как раз по троим сможем зажечь. Ну, если правильно дальность нам отображает. Так, хорошо. Фуга. Шампур зарядила. И что теперь? Я не знаю, теперь пусть... А, кстати. Давай могильная хватка теперь еще кого-нибудь. Захвати, если успеешь. Не успеет, наверное. Хотя ты можешь успеть зарядить вот этого хваткой. Так, Лантри освободился.
Пошли, я думаю, этот уже сейчас догорит. Нет? Добьет его Сирин тогда. А, или может быть, кстати... Да, все, порядок. А Сирин мы только сбили этот самый, да? КД в касте, к сожалению. А, окей, окей, я лечу... Лечу лечить Сирин быстренько. Так, кто там освободился? Я освободился? Я не освободился. Иди лечи. Копье залетело в эту тварь. Так, что у тебя еще, Лантри, есть такого? Ничего, что-то нету. Ладно, давай тоже полечи фугу. Так. Ну, размытие, ладно. Чисто, может быть... навык прокачается. Вот. Что я хотел сказать. Так. Сирин. Давай, добивай его уже. Кто там? Я освободился. По идее, сейчас все зарядят по заклинанию. Это мы как раз его и кастуем. Все в порядке. Бах, бах. Нет. Нет, кстати, оно еще не умерло. На удивление. Так. Хватку. О, стрела отдышалась. Хорошо. Ну, сейчас точно должна уже помереть эта гадость. Вот много паралича, это хорошо прям. Все, лопнуло. И все здоровы. Даже никого не ранили. Так, но тут вот еще сейчас твари повылазят определенно. Окей. Давай, фуга. Ты пойдешь танчить, если что, вдруг сразу. А мы по бокам такие станем. Сирин, может быть, с этой стороны? Или как-нибудь right вот так. А, давайте. Угу, ясно. Хорошо. Заряжаемся. Это я угадал или не угадал? А, нужный этот. Интересно. Сидел, который мы сюда вставляли. Так. Ну куда ты полетел? Ну, вот. Это промазало, они разлетелись, блин, ну. Заразы такие. Так. Заморозь его. Лантри, давай. Вы вдвоем с Фугой вот этого разбирайте, а мы вместе с Сирин... По вот этой твари будем бить. О, левелапчик. Прекрасно. Шампур. Лантри. Так. Так. Оп, добили. Хорошо. И это сейчас тоже Сирин добьет гадость. Отлично. Так, левелапнем ее. А что мы там качали? Ну, конечно, пока силу заклинаний возьмем ей здесь по-любому. А тут что на 9 уровне у нее новая песня, да? Песня. Мы как-то песни выбираем? Я вот это вот еще пока не понял. Надо сейчас будет посмотреть. А, так. Что мы ей брали? Вот это, да, второе дыхание. Плюс 2, это то есть 3 или всего плюс 2 будет. В любом случае берем, нам нужно вот к этим талантам идти. Тут вроде мы смотрели, ничего интересного и полезного не было. Так, а теперь давайте посмотрим на песни. Песня вот так вот выбирается. Куда ты побежала? А, у нас сейчас песня, которая наносит урон противникам. Пугает, вытягивает здоровье. По-моему, отличная песня. Давайте посмотрим, какие еще у нас есть.
Повышает скорость передвижения. Ближайшим противникам огненный урон. Кровотечение вызывает. Это причем долгая песня. На 4, на 5. Смотрите, броню ближайших противников повышает. Силу. Наносит ближайшим противникам разъедающий урон. Стойкость. Так. Поглощающий урон щит. Повышает парирование и уклонение ближайших союзников. Может быть, действительно возьмем вот такую. Мне ребята говорят, чтобы я все-таки попробовал поставить защитную песню какую-то. Мы, в принципе, наши маги ауешками забрасывают. Может, попробуем? Магический пробой у ближайших противников вызывает. Ну, давайте попробуем вот такое вот. Ей дать такую песенку. Так, хорошо. Что у нас тут? О, смотрите, руна. 81 знания нужно. Сделать угольный рисунок барельефа. Так, оставшиеся пробелы на свитке. Теперь перед нашими глазами полный набор. А, где он это у нас был? Послание. Да, но мы уже и так его активировали. То есть, по идее, шпиль мы должны были получить Honest. После этого квеста. Так, а дверь у нас открылась. А, вот эту еще дверь мы можем открыть, да? Ну, давайте попробуем. Мимо. Ха, странно. Эта дверь не открылась. И отсюда монстры не полетели. Удивительно. Тихо. Удивительно, что никто в ловушку не попал. Она совсем такая... Will do. Неприкрытая была. Так, разорванный клочок пергамента. На этом клочке пергамента изображены сигилы светоключей старых стен. Опять же, такой клочок у нас был, я пока... Не въехал, что тут да как? Так, может тут что-то интересное? Нет. Так, вот сюда я не попал. И вот сюда я еще не попал. Но у нас там был где-то один... Наверное, в той локации. Ну, короче, мы потом в конце еще пробежимся, когда полностью здесь все зачистим. В конце еще пробежимся, посмотрим. Так, ага, ого. Три портала. Так, ладно. О, смотрите, они сразу решили выпрыгнуть на нас. Удивительно. Давайте мы их сразу тогда зауешим. Фуга, давай огненный шар. Уже активировано? Это как? Что произошло? Фуга, ты активировала уже огненный шар? Я что-то не врубился маленько. Так, что-то они не так-то легко пробивались, как хотелось бы. Надо на себя щит повесить, раз такое дело. Так, Лантри. Так, Сирин. Под оглушением был только что, уже оглушение прошло. Давай огненное заклинание. Ауешечку. Кто? Лантри освободился. Давай, заморозочку. Сирин. Джун-джун-джун-джун-джун. Давай, вот это вот заклинание. Хорошо, один лопнул. Второй, я надеюсь, сейчас тоже лопнет. Быстренько. А то меня достаточно легко пробить. О, прекрасно.
Или, подождите, это... По нам сколько урона-то прошло, ничего себе. Так, надо лечиться тогда. Сирин у меня лечит, я Сирин лечу. Лантрия лечит тоже меня. Фуга лечит себя. Что-то такое. И потом еще Лантрия регенерацию на меня, на всякий случай. Щелк. Так, хорошо. Давайте, боевое построение. Или, может быть, мы, кстати, сразу пройдемся. О, остатки былой роскоши. Да, всего два дыхания. Не плюс два, а, ну, плюс два от нуля получается. Так, тихо. Фуга. Вот опять почему-то огненный шар. Написано, что уже активирован. Что произошло? Это какой-то баг или я чего-то не понимаю? Что очень может быть, конечно же. Блин, надо было подождать пока КДУ заклинания пройдут, наверное. Так. Бахнул. Пока что. О, вот это хорошо, бахнули сразу. Так. Теперь стрелой. Огненной. Здесь у нас Ешечка заходит. Лантри. Нет, Сирин освободилась. Нет. Пожалуй, Сирин, давай лучше вот так. Обходить я, значит, с этой стороны будет, а еще активирует вот эти порталы. Не хочется совершенно. Сейчас мы лучше зачистим вот этих вот двух противников. Подождем, чтобы у нас КД восстановилось. И потом пройдемся еще возле этих порталов на всякий случай. Так, стоп. Лантри у нас еще занят вроде как. Фуга освободилась. Фуга. Огненного шара по-прежнему нету, как ни странно. Парирование. Кстати, песня. Есть песня? 6 к стойкости. Где? Где? Сколько? Вот зараза. И не почитать. Кривое описание, ну. Ладно, но в любом случае у нее 200 уклонения. Ой-ой, было 200. Уже не 200. Надо ее подлечить маленько. Так, так, хорошо. Сирин. Давай, наверное, меня подлечи пока что. А Лантри лучше льдом ударит сюда. О, красиво. Сколько? 71 урон. Вот это да. Знание. Уклонение. Красиво, красиво. Так, хорошо. Сейчас мы подождем быстренько, пока перезарядится наше заклинание. Фуга, что у тебя с огненным шаром-то? Какие-то проблемы. Может быть, после последних обновлений, я даже не знаю. Так, давайте фугу одну отправим сюда. Алло? Из этих никто не выходит пока что. Окей. Так, ладно. Я тогда немного отойду. И начну тут что-то химичить. Попробую, во всяком случае. Чё мы тут? Наугад прям? Давайте посмотрим, что мы тут последнюю записочку взяли. О, подождите. Доспех. С погибелем, скорее всего, уступил им. Доспех изношен, но должен удержать обратный путь из старых стен. Хм. В квестовых предметах у нас почему-то этот доспех. А, так, это мы видели. Тоже видели. Изображенный сигил Ро в центре, грубо изображенный сигил в левом углу, а также глубо... Ага, вот, собственно,
В центре ро. Yes. Ставим ро в центре. Хорошо, что я решил посмотреть по ходу. Цитрен. Цитрен в верхнем левом. Лево. Ну, я предполагаю, да, что мы вот так вот отсюда заходим, и слева получается вот сюда цитрен идет. Ну и, соответственно, вот этот здесь. И никаких погибелей. Блин, может, надо было это поактивировать все-таки, чтобы опыта немного набрать. Ну ладно, у нас и так... То у нас... Целые серии одних диалогов, то у нас целые серии с какими-то боевками такими. Не шибко веселыми, но постоянно приходится прокликивать. Лучше изучить этот предмет, если у вас есть доступ к библиотеке. Ясно, потом посмотрим. Давайте сейчас сохранимся и пройдем еще... Вернемся по тем местам, где мы еще не были. Вот тут странно, что я сюда попасть не могу. То есть никакие из этих двух здесь не работают, и эти ворота уже не открываются, походу. Может, тут значок какой-то, может, что-то другое здесь как-то по-другому. Оп, тихо, что мы нашли? А, ага, отлично. Я очень рад. Тут дверей вроде бы никаких нет, и прохода тут тоже никакого нет. И как нам сюда попасть? Я без понятия. Ну ладно, пойдем посмотрим еще. Have a look here. По другим местам, что мы где пропустили. Sorry, I can't. Так, тут у нас не активировано ничего, да? Вот, теперь что-то активировано, что нам это дало. Мы вот тут вот что-то кликали. И где-то у нас тогда что-то открылось. Так, ну посмотрим сейчас. Ну, здесь только остается цитрин. Хорошо. Sorry, I can't. Ага. Вот, наверное, вот здесь что-то такое. Можно тоже открыть, скорее всего. Нет, не отвечает на светоключи из этих старых стен. Блин. Может быть, я потом когда-то в дальнейшем смогу. А вот это похоже на этот, на... как они называются? На штрихи, да? На штрих вот такой вот. Похоже. Но с ним сделать вроде ничего нельзя. Странно. Пока что все довольно странно. Так, тут мы никуда пройти уже не можем. Эту штуку полутали. Сейчас еще там посмотрим. Там какие-то были в той локации. Какие-то штуки, которые можно было активировать. Sorry, I can't. Хорошо, что есть режим быстрого бега. Блин, как он жизнь облегчает. Вот еще бы более быстрого бега был бы режим. Было бы еще лучше. Так, эта штука уже активирована. Идем посмотрим вот сюда. Ага, не отвечает тоже. Может быть, нам нужен ключ какой-то из других мест. Can't do that. Под другим каким-нибудь шпилем или еще чего. Ну, вроде бы тут никак не попасть пока что. Кажется, это тело принадлежит плохо замаскированному бойцу Орды.
Там по-любому какие-то улики против этих будут. И вон, кстати, да, точно штрих какой-то, который можно изучить. Но как туда пройти? Для меня все же загадка пока что. Ну, может, действительно просто мы сейчас не можем пройти, да, а потом когда-нибудь и пройдем. Не знаю, сейчас посмотрим здесь. Что у нас? Вот тут, по идее, лестница должна подняться как-то, да? Что очень похоже на то. Sorry, I can't. Может, если я активирую здесь, например, нет? Ну, только синее, но фиолетовое активируется. А сюда бы зайти я бы очень хотел. Apologies, but I can't do that. Так, все собрались. Ну, пока да, пока все бесполезно. Ничего интересного и нового мы так и не смогли получить здесь. Ну ладно. Может быть, когда-нибудь потом мы еще вернемся. Так, хорошо, пошли в следующую локацию. Посмотрим, что дальше будет. О, смотрите, это мы как раз в наш шпиль пришли. Только с той стороны, которая была закрыта. Хорошо. Сохранимся. Угу. А вот и Райтамон. Явно что-то самонит большое. О, тут сейчас что-то активировать, да, придется. А, кстати, вот такого ключа зеленого у нас не было. Ага. Райтамон стоит перед бурлящим шаром синей энергии. Борьба света и тени причудливым образом искажает очертания его лица. Выражение восторга мгновенно улетучивается вместе с отведением моста. Да кто это мне мешает? Он поворачивается и видит вас. Его лицо искажается от ярости. Нет, его голос звучит одновременно властно и капризно. Тебе нельзя быть здесь, это для меня. И я не позволю все тебе испортить. Как ты пробрался сюда? Ты же не знаешь тайн старых стен. Я всех просто перебил. Что это был за звук такой? Один из его людей передает ему маленький зеленый предмет, и Райтамон прячет его в карман. Ну, понятно. Чего у тебя не отнимешь, так это упрямство. Но пора это прекратить. Тебе здесь не место. Он топает ногой. Сухой шлепок эхом разносится по огромной комнате, превращаясь в череду быстрых хлопков. А, понятно, хлопки это были. Тебе здесь не место. Его подручный не... Произвольно отшатывается от такого внезапного проявления гнева. Его ярость также быстро стихает и сменяется улыбкой, лишь глаза по-прежнему недобро блестят. Впрочем, указывать тебе все равно, что выкрикивать проклятие надвигающейся тьме. Ты никогда не оставишь братство в покое и всегда будешь лезть не в свои дела. Все же я восхищен. Не думал, что ты зайдешь так далеко. Кто бы мог подумать, что ты вышвырнешь меня из дома, отберешь мой мир, обрекая на скитание в глуши среди этих стен, только чтобы сейчас стать свидетелем моего торжества. Я хотел лишь сохранить распутье Литианы, защитить его, уберечь. Я хотел, чтобы меня оставили в покое, но раз уж ты определенно не намерен от меня отстать, то можешь остаться на главное угощение, и поверь мне... Им не терпится приступить к трапезе. Скажи что-нибудь, прежде чем тебя разорвут на куски. Да? Мне просто было интересно услышать, что ты скажешь перед смертью. Ты скоро пожалеешь о своей недальновидности, вершитель судеб. А где это в день это делось? Ага. Так.
тут порталы еще открываться, наверное, будут. Отсюда еще твари тоже могут полететь. Будет весело, я чувствую. А может, мы пойдем прокликаем, поактивируем эти штуковины-то? Не знаю, что нам это даст, но... Ладно, Фуга, почему ты не впереди еще? Я не понял. Почему все уже на меня агрятся, а? Уже сагрились, точнее. Что за подстава такая? Ладно, попробуем на Фугу щит повесить. Может быть, у нее получится. Но у нее, по идее, должно получиться стаунтить гуманоидов. Проблем быть не должно. Так. Так. Окей, эти метатели, блин, метатели. Ладно, агрим метателя хотя бы этого на себя. А, как раз... Ага. Так, 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 так. Метатели или Райтамона агрим на себя, я даже не знаю. Сложный выбор. Ладно. Ой-ой-ой, сразу... А, нет, все, все хорошо, все на Фуге уже. Прекрасно. А, значит, будем сейчас... защищать Фугу всеми возможными и невозможными способами. То-то-то-то-то-то-то-то. Ты шутишь, наверное. Так, этот все-таки на меня агрится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А Фуга у нас... Это Фуга ошеломлена? Или это я ошеломлен? Наверное, Фуга мне почему-то кажется. Ну, это будет сурово. Так. Ну, давайте попробуем. Оглушение, ошеломление, может быть, сработает на них. А, также и... Ага, здесь у нас... Давайте защиту бафнем тоже. Фуга. Фуга. Ага, хорошо. Ошеломление. По-моему, все до сих пор на меня, а не на Фуге. Или они, когда Фуга ошеломлена, им незачем ее бить, наверное. Ох, сейчас больно будет. Сейчас три тела с молотка. Четыре, боже мой. Это... Я даже не хочу на паузу... отжимать паузу, потому что я представляю, что сейчас будет. И это будет очень больно. Так, ладно. Может, мы попробуем полечиться? А, Лантри, что ты скажешь по этому поводу? А, это я ошеломлен. Время восстановления уменьшено. Я могу заюзать пока... А, я могу бутылку просто заюзать на всякий случай, да? Вот. Угу, после бутылки давайте дождь заюзаем. Попробуем. Так. Ау-ау-ау. Я на 14 выпил, и меня на 18 ударили. Как-то несправедливо. Так, Лантри бафнул защиту. Лантри, давай мы тогда с тобой сейчас комбу проведем. Попробуем. Так, давай, вот этого шампуром, может быть, пройдет. Блин, двое на меня сагрились. Ага. Давай, давай. Потом надо будет Сирин то же самое провернуть. Сирин, пока лечи меня. Это больно, это очень больно. А все потому, что у нас... Фуга не было впереди, а мы все вровень вышли. И это прям печально. Так, так. Хотя, подожди. Сирин. Она уже израсходовала лечение, ладно. Лишнего лечения не бывает, правильно? Наверное. Давайте после лечения что-то теперь сделаем. Вот такое. Хорошо. А, стоп, давайте после лечения мы комбу зарядим. Поэтому отменить, по-моему, X, да. Все, 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 вот теперь комбу давай, Сирин. Проводим комбо с Сирин. Пока еще все живы. Давай, давай, давай. Тут меня ногами пинают, о. Кто-то на Лантре переключился, это даже хорошо.
Давай, давай, поднимай камень, бросай камень быстрее. Сирин лопает этот камень еще быстрее. Так, Фуга там бездельничает. И вот у нее почему-то огненный шар не... А, может быть у нее... Хотя написано, что уже активировано. Я не знаю, что это с шариком с этим. Давайте мы сагрим вот это тело на Фугу. Фуга нормальные удары делает. Хорошо. Лопнули. Шарик. Так. Комбо. У Сирин только одна сейчас. Пока что комбо, к сожалению. Давайте дальше. Фуга освободилась. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Давай вот в этого, наверное, стрелу. Вот это уже интересный бой получается. И теперь вливаем АУЕ, пока у нас есть такая возможность. Пока ради того он еще одну вертуху не залепил такую, что по нам, по всем. О! А, стоп, это я. Я хотел выделить Фугу. Она почему-то не выделяется даже. Что происходит? Фуга. Алло. А, Фуга в ужасе, поэтому она не выделяется. Я понял. Не вопрос. Фуга в ужасе. Я бы тоже был бы в ужасе, наверное. Если бы меня столько молотков огромных било бы. Но они, правда, не попадают. Так, все, Фуга, ты уже не в ужасе. Вроде бы как. Почему я до сих пор тебя выделить не могу? Так, хорошо. Продолжаем жечь. Сирин. А, так, этот сейчас умрет. Давай поэтому бахни. Лантри освободился. Что у тебя так? О, хорошо. Вот это мне определенно нравится. Так, Фуга. Почему вроде показано? Ладно, мне кажется просто, что я Фугу выбираю. У всех кровотечение. Отлично. Паралич зашел таки. По кому-то попал. Прекрасно, давай Рейтамона поконтролим, попробуем. Даже лечить пока никого не надо, это вообще просто прекрасно. Такс. Давайте Рейтамона, наверное, будем все-таки пытаться фокусить. По Фуге бьют, и никто попасть не может. Фуга потрясающий танк. Жалко, что только ее не всегда бьют, это просто печально. Так, еще раз паралич на этого, может быть, повесим. Так, вот. Сколько там урона у меня пошло? Галактики. Электрошок. Рейтамон. 20-20 урона всего. Мало. Мало. Так, ария. Броне. Урон при попадании неинтересно. Давайте вот это. А, это коротенькая совсем у нас такая ария. Ну, в принципе, что она, по идее, по Рейтамону должна попасть. Жалко, что реально такая короткая. Может быть, мы Сирину поставим спереди? Она, по идее, там у нее какие-то есть эти, чтобы в ближнем бою по ней не попадали темочки. Давай, теперь Рейтамона, хватка смерти. Сейчас мы возьмем, как Дарт Вейдер прям. Ну или разве что Сирин сейчас Сарию свою зарядит, и все умрут. Так, паралич? Нет. Рейтамон еще живой, как ни странно. Так. Свет Тиратуса. Призрачная стрела. Давай кулаком заряженным. Шампур. Тут пусто. О, хорошо, как он отъехал. Под параличом. Под параличом. А мы теперь в него можем огненный шар зарядить? Что, не можем? Это что такое? Почему я не могу? А. Я понял, он там типа что-то... Мы не должны его сейчас убить, видимо. Он сейчас должен активировать эту штуку, и мы еще с ней будем драться. Предположительно.
вот он стоит, упал уже на колени. Сейчас мы добьем это несчастье. Может быть, мы не будем заклинания тратить на всякий случай. По фуге он все равно не попадает. Так, фуга, давай вперед на всякий случай. Ну и чё? Ага. Рейтамон тяжело падает на колени, кашляет. Он поднимает на вас покрасневшие глаза, полные слез. Как? Он обреченно вопрошает в пространство. Как же так? Давайте, наверное, вот так сразу. Не будем с ним вот это вот расфуфырить. Я должен тебя убить. Прости меня. Я не хочу этого делать. Нет, ты конченая зараза. Поэтому мы тебя убьем. Так. Зажечь 4 маяка, чтобы... смотрите, броня. Обнуление. Ух ты. Тяжелая броня, отлично. Это артефакт. Артефакты тоже прокачиваются. Все артефакты прокачиваются, и у них открываться будут потом в дальнейшем какие-то новые способности. Но этот артефакт не для нас. Как, в принципе, и этот топор. Топор, конечно, хороший. Ничего не скажешь. Но в любом случае мы все забираем. Открыто достижение. Легенда. Получить артефакт, ясно. Так, ну это тело вроде не вылазит. Окей, пока что не вылазит. Мы сохранимся на всякий случай. И, наверное, мы на этом пока что серию закончим. А вон ждение, видимо. Да, и в следующей серии уже продолжим. Пока что всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.